А перед началом этого ролика 8 рандомных комментариев. Если ты хочешь попасть в следующий видеоролик, оставляй комментарий под этим видео. Я желаю удачи, а мы начинаем. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня у нас очередная 27-я серия моего гаража. Вот она у нас такая красоточка готова. Кто не смотрел, обязательно посмотрите. Единственный минус, то что я номера не повесил. А так, типа, тачка уже прям топе. И я думаю, пора ее отправлять в гараж мечты. Пускай она будет стоять здесь. Сейчас мы тут разберем немножко дорогу, чтобы можно было проехать. Почитал комментарии. И я так понял, следующую машину хотите видеть кабриолет. Кабриолет, больше всего идеи мне понравилось с желтым цветом. В желтом цвете яркая лимоночка, типа. Я не против. Будем, значит, восстанавливать вот эту вот машину. Тут много работы предстоит. У нее прям вырезать, здесь вырезать. Ух. Не знаю, наверное, опять придется на две части разделить. Кабриолетик сделаем без крыш, значит, получается. Останется нам еще седанчик сделать. Ну, это вот такая останется. Ей только морду будем восстанавливать. Все, будет бандитская машина. С такими разбитыми фарами. Ну и с этой надо будет что-нибудь придумать. Так что вот такие у нас планы на ближайшее будущее. Потом еще надо пару Нив сделать, пару Доджей. Тоже Додж кабриолет, Додж не кабриолет. Дел, короче, полно. Загоняем ее сразу задом в гараж. Твою налево. А, в смысле, меня что, заскамили? Почему у меня лампочки не горят? Новые лампочки поставил, они уже не горят. Сильно я тут бабахнул? Да по сути даже незаметно. Серьезно, у меня что, от удара все лампочки выскочили? В общем, не успел я на тачке выехать, у меня тут уже непонятные всякие вещи произошли. Тут что-то не покрашено. Вот сюда вот я немножко впечатался. Да я газ с тормозом перепутал, блин, как блондинка елы-палы. Ладно, вроде на вид нормально, потом подредактируем это все, когда на учет будем стоять. Аккуратно. Она резкая, прям капец, как пуля дерзкая. Не, лучше я здесь руками ее дальше подтолкну. Вот так. Все, будет она ожидать, значит, следующей подруги своей сюда. Закрывать не закрывается, да? Закрывает. Отлично, FPS должен стать больше. Больше 60, хотя ограничение стоит. У нас 14 тысяч. Было, насколько я помню, 21. Но по-хорошему... Я надеюсь, нам хватит. Еще на одну машину. Потому что... Что-то как-то мне неохота опять заниматься восстановлением машин. Работать, так сказать. Хочется немножко уже для себя... Ну ничего, ничего, мы это все дело переживем. Бардак опять начинает тут начинаться у меня. Это ужасно. Это ужасно, ребят, это ужасно. По стандарту у нас кабриолет. Главное об этом не забыть. Берем отрезной диск. Крышу спиливаем нафиг. Крыша спилена, продаем ее. Остальное нам, в принципе, все пригодится. Главное сейчас это все дело подстучать. А, ну еще полы надо вырезать, конечно же, полы вырезаем.
Пол багажника еще нужно вырезать. Брызговики опять же. Так, ну что, все. Гнилых не вижу. Хотя ржавчина. Ну, ржавчина, да, понятно. Это все вот это вот. Давай помоем ее. Розовая, розовая. Сейчас надо попробовать ее отстучать. Красить ее будем ярко-желтый цвет. Чистота есть. Чистота есть. Сейчас будем зашкуривать ее. 55 баксов стоит, офигеть. А почему же... А, ржавчина, понял, за что состояние цвета идеал. А, отстучать, 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 отстучать. Да я как ее толкал. Немножко помял. Тут все нормасики, нормасики. Все, нормальде, да? О, цена сразу в три раза выросла. Нормальде, нормальде. Супер, 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 супер. Мне это уже нравится. Где моя болгарина? За чесаной. Там уже ценник такой, что очень хочется продать ее. Смотрите, ржавчину убрал. По описанию всю. Больше, да, больше я не вижу. 643. Но с этим с цветом проблема. Но это как бы не, не так сложно будет исправить. Ничего страшного. Покупаем полы, брызговики для купе. Лад купе нужно. Боди. Так. Пол средний нам не нужен, пол средний у нас есть. Пол ЛК, пол РК, пол багажника. Передняя панель, в принципе, тоже потребуется. И брызговики. О, это дело мы сейчас будем все. Блин. А зачем я купил брызговики-то? Передние. Лошара. Лошара. Вот эти нужны. Не те брызговики взял. Ладно, бывает. Кем не бывает. Что-то запчастей лишних набираю постоянно. Давай, кинем их. Что-нибудь будем восстанавливать, что-нибудь пригодится. Одного электрода нам должно хватить на все приварки. Привариваем здесь, здесь, здесь. Здесь парочку сделаем. И как раз на морду сейчас еще хватит. Вообще огонь. Уже 900. Уже 900, сейчас покрасим, будет еще больше. Покрасим, покрасим. Желтый цвет, желтый цвет, желтый цвет. Давайте выбирать. Color, color.
Ярко-желтый. Прям самый яркий. FFF000. Купил пока два баллона. Думаю, вполне хватит. Сейчас вот эту часть покрасим, потом уже будем дальше заниматься. Вот тут вот мне не нравится вот эта вот штука, конечно. Я не знаю, как от них избавиться. Они, честно говоря, не хотят убираться. Какая неприятная вещь. Прям очень неприятно, но я не знаю, что с ней сделать. Она не убирается, ребят. Крыло менять не хочу. Ладно. Надеюсь, сильно не будет бросаться в глаза, хотя она очень бросается в глаза. Слушай, а вот тут шпакли надо накидать, мне кажется. Если оно не выбивается, то там надо шпакли накидать. Оно очень тут немножко кривоватое. У меня есть шпакля? У меня есть шпакля. Шпакли мелкие неровности вот эти выводят. О, здесь тоже что, смотри. Надо подшаманить. Не знаю, в чем дело. Не выводит она. Видите, как она намного ровнее становится. Все кончилось. Тут тонну придется шпаклевки покупать. Тонну шпакли. Сейчас две банки куплю. Надеюсь, мне хватит. Но я не скажу, что это выгодно. Просто я никогда не пользовался ей, а почему не воспользовался? Ну, Ниве это уже вряд ли поможет. Хотя давай попробуем вот эту часть, она уже не выстукивается? Не, ее нельзя уже шпаклить. А тут и нечего шпаклить. Хотя нет, типа дверь можно чуть-чуть. Ну, непонятно это работает, честно говоря. Ладно. Лепим машину дальше. Вот и все, банки нет. Но вот тут вот видите зазоры, и они прям уходят. Все, вот тут уже пропал значок. Значит, шпакля кончилась. Да? Да, значок пропал, значит... Чё? Еще две банки. Ужас, как бы эту серию не растянуть, мне надо три. Точнее, эту машину. Тонна шпаклевки, тонна. А, может, это я лошара? Скорее всего, да. Может, там еще есть шпакли. Ну, ребят, я могу сказать, что... Все, больше никуда шпаклю нельзя наносить. Там, наверное, еще есть шпакли. У нее крышки нет, да? Да, наверное. Сорян, не умею ей пользоваться. Ну ничего, разберемся по ходу. Ладно, закрашиваем все это дело. Оно теперь должно быть поровнее, должно быть... Ну не факт, что подороже. Но хочется верить.
Ничего такая, да? Как там, ФП? 0-0. О. Изменить цвет. А цвет не поменялся, кстати говоря. Точнее, цена. Цвет-то поменялся. 4F0 же, да? 4F0. Ладно, посмотрим. А, вон там еще некрасиво. Ёлы-палы. А чё ты не купил? Да, немножко ее уже тут коррозия конкретно пожрала. Ну, я думаю, ничего страшного. Состояние цвета 0. Ну, так неинтересно. Я хочу тачку в идеал сделать. О, а что я тут не прокрасилась? F20. Странно, что она не хочет этот цвет брать. Текущий, все нормально же. А если я перезайду? Ребятки, после перезахода все стало нормально, все стало хорошо. Ничего прям страшного. И ценник, смотрите, в 2-3 раза почти. Ну, в 2 раза, ладно, не в 3. Вот, все, значит, продолжаем восстановление. Ой, кстати, вот эта хрень. А нет, она осталась, я думал, она пропала. Ничего страшного, ничего страшного. Тут у нас все нормально, но немножко как будто криво. Ну, что делать? Никуда не денешься, никуда не денешься. Следующий наш этап — подогнать домкрат. Так, это как пример оставим. Не домкрат, а подъемник. Будем собирать ходовочку. Да вроде ровно, вроде нормально. Поддомкрачиваем машину. Приподнимаем. Начинаем работу по подвеске. С запчастей у нас по подвеске нет никаких. Поэтому покупаем все заново. Лад купе. Суспейшн. Начнем с передка. Так, с передка. Подрамник. Кулаки. Диски. Опять ставим F4. Большие, но низкопрофилку. Машина будет у нас занижена, поэтому купил заниженные пружины. Но попереду у нас все, теперь тормоза. Фронт 4. Две трубки. Тормозной. Фронт. Два суппорта. Тормозная трубка. Пока что все, чтобы не запутаться. И начинаем это все дело собирать. Тихо. Как-то я его в тот раз вроде удачно поставил. Вот так. Погнали. Понятно, он тоже у меня там упал. Вроде сразу же почти. Буду закручивать все болты. На всякий пожарный. Ну, где их немного, где их много, там не буду. Кулаки поставили. Рулевые тяги можем поставить. Вторую. Может, ее перевернуть? Еще раз попытаться.
Без толку, без толку. А, ступицы, ступицы, ступицы. Раз. Ступицы два. Тормозные диски. Нужна отверточка. Дальше собираем суппорта. Суппорт первый, суппорт второй. Да ты можешь, не Миша? Какая противная, а? Устанавливаем. Закручиваем. Есть контакт. Давайте пока на машине особо ничего нет, поставим рулевую, усилитель тормозной. Педали бы еще, конечно, надо было поставить. Где ты? Угу. Тормозную трубочку закинем. Есть. Все, вешаем передний мост. Точнее, подрамник. Закручиваем на двух болтах. И здесь два. Готово. Ага, пружинный аморт забыл. Ну как обычно. Что-нибудь да забуду. Устанавливаем пружины. Заниженная тачка будет. На низкопрофильной резине. Передок готов. Передок готов. Затариваем зад. Сейчас еще руль поставлю. Чтобы он нам не мешал. Где ключ? Вот он ключик. Смотри, что нашел. У нас тут ржавчина. Ага. Надо подкрасить, брызнуть туда чуть-чуть. $3200 уже стоит машина. Очень круто, очень классно. Где-то у меня ключик был, вот он. Все, начинаем заднюю подвесочку собирать. Suspension. Поперечина. Нижняя. Две штуки. Верхняя две штуки. Див заблоченный. Кардан купе. Ручник. Две ступицы. Мост. Лавоаморта. Ага, 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 две заниженных. Все, тормоза. Два задних. Две трубки. Задние колодки. Задние суппорта. Ручник. Фух, собираем это все дело. Ступица. Точнее, полуося. Полуося.
Есть контакт. Тормозные диски. Я уже думал, я не те купил. Испугался. Закручиваем. Собираем суппорта. Трубочки, 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 трубочки. Раз, трубочка. Два, трубочка. А. Как-то оно некрасиво. Ну ладно. Не знаю, с чем связано. Бага. Баги, баги. Баги игры. Ладно, остается только смириться с этим. Ну что, все, пойдем вешать тогда на трубки его, потом остальное все присобачим. Резь, давай. О, ну даже вроде нормально стало, да? Ну да, прикольно. Ха, починилось само собой. Тросик. Поперечина. Продольная. Еще одна продольная. Косточки. Другой стороны. Видал, как... странно. А, не, не странно, это там для амортов как раз места. Ну, я не сомневался, что такое произойдет. Но я думал, я найду как-то аморта, но что-то я его не вижу. Вон он. С первого раза ни хрена никто не встает. Второй. Вау, да-да-да-да-да-да. Есть контакт. Кардан давай поставим сразу. Есть. Теперь пружины. А что тебе не нравится? Фронт. Я купил фронт. Как так смотрел? А, чуть опять фронт не купил. Ты-то, конечно, да, вот это я молодец. Есть такое дело. Ручничок.
Ручник есть. Ну, в принципе, все. Собрали все основные элементы. Вот такое вот получается у нас чудо. Лимоночка ее назовем. В следующей серии опять же дисочки. Опять же, все навесное, все подвесное, движок. Я думаю, все у нас получится. На этом у меня все. Всем любви, удачи, главное здоровья. До новых встреч.